Усім політикам потрібно об'єднатися і продовжувати переговори заради якнайшвидшого поновлення перемир'я на Донбасі. Це позиція опозиційних політиків. Я считаю, что, во-первых, должно быть немедленно восстановлено перемирие, которое было у нас в прошлом году, и здесь все политики должны объединиться вокруг этого. И любые заявления, которые препятствуют этому, надо расценивать как антинародные. Поэтому, когда говорят, что мы не поедем туда, какие-то делают какие-то заявления по Минскому процессу, которые не способствуют продвижению к миру, это всегда противоречит тому, что хотят люди.